Друзья, всем привет! Давайте с вами вместе окунемся в мир львов Крымского сафари-парка Тайган и полюбуемся и на просторы крымской саванны, которая сейчас такая ярко-зеленая от обилия осадков. И полюбуемся, конечно же, обитателями крымской саванны, благородными львами. Вот эти красавцы сейчас уже в 10 утра приходят на завтрак. Ну, как это было и прошлые годы, без особой такой спешки, суеты. И далеко не все приходят. Мы с вами видим, что на мостках людей гораздо больше, чем львов. Но это радует, во-первых, потому что львы не голодные, сытые. А второй момент, что есть посетители. И это очень важно. Кстати, посетители, вот как мы видим, они-то и балуют львов, хорошо их угощают. Поэтому львы, собственно говоря, помимо тайгановской пайки, получают много угощений. Поэтому на утреннее кормление за тайгановской пайкой не особо-то и спешат. Посетители приходят в парк, многие с сумочками с мясом, некоторые здесь закупают мясо в ларьках, поэтому гостинчики всегда есть. А вот этим вот ребятам в вольерах, конечно, сложнее получить гостинчики, но, судя по их виду, крепыши такие, им хватает и тайгановской пайки. Вот этот белый производитель лев, он находится в крайнем вольере, поэтому его тоже балуют. Ну и на просторах крымской саванны мы смотрим, что все себя ведут спокойненько, без какой-то такой суеты, которая была, когда мы помним, была Белая гвардия. Вечно они кого-то гоняли или за кем-то гонялись. А сейчас все тихо и спокойно.